Эта киноэпопея создана при участии американских кинематографистов для широкого показа в США и других странах. В 20 фильмах использованы съемки советских фронтовых операторов и кинодокументы из зарубежных архивов. В Соединенных Штатах Америки, где многие не знают о решающей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, о сотрудничестве союзных держав в годы войны, эта кинопрограмма вышла под названием «Неизвестная война». Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы, да и всего мира от фашистского порабощения. 20 миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда. Леонид Ильич Брежнев. В Соединенных Штатах Америки кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. Во Второй мировой войне Советский Союз сражался на фронте почти в 4000 миль от Черного моря до Ледовитого океана. А вот незамерзающий порт Мурманск в самой северной части Советского Союза. Arms and supplies from the United States and Great Britain came by convoy to this very spot in the harbor of Murmansk. The route of the supply ships which cut through the Arctic Sea was so perilous that the seamen on the convoys often called it Death Alley. Оружие и различные грузы из Соединенных Штатов Америки и Англии доставлялись конвоями именно сюда, в эту часть Мурманского порта. Путь грузовых судов, проходивший через Северный Ледовитый океан, был настолько опасен, что моряки конвоев часто называли его «дорогой смерти». В этом фильме вы узнаете подробности трагической гибели одного из конвоев, шедших в Советский Союз, конвоя ПКЮ-17. На дно шли ценные грузы, гибли люди. Здесь, в Мурманске, покоятся американцы, англичане и русские. Они вместе сражались и погибли в борьбе с нацистами при проводке союзных конвоев. Рассел Беннет, американец, моряк торгового флота. Джей Джей Коннелли, англичанин, артиллерист. Алексей Прохоров, русский матрос. Все они отдали свои жизни за общее дело. Наш фильм «Война в Арктике». Ледовитый океан простирается вокруг Северного полюса, арктической шапки мира. Это морской путь к русским северным портам, к Мурманску и Архангельску, через Баренцево море и Северную Атлантику. Только сильные могли пройти здесь зимой. Большую часть года паковые льды сковывают морские дороги. Часто путь застилает густые туманы. За 2 года до войны русские высадились на Северном полюсе. Советской полярной экспедиции на дрейфующей льдине проплыла сотни километров, стараясь проникнуть в тайны арктических морей. Ее руководитель Иван Папанин
вскоре вынужден был применить свои знания и опыт в войне против гитлеровской Германии. А их корабли и самолеты все чаще и чаще тогда появлялись в полярных водах. И в апреле 40-го года Гитлер захватывает Норвегию. Ему нужны скрытые в этих горах запасы кобальта, меди, никеля. Без них не могла действовать германская военная машина, нацеленная для нападения на Советский Союз. Когда фашистская Германия напала на Россию, на этом театре войны вермахт рассчитывал быстро прорваться к Кольскому полуострову и захватить Мурманск, единственный незамерзающий порт на советском севере. Немцы имели тогда здесь несомненное превосходство и в технике, и в живой силе, и в кораблях. Одной из первых приняла бой батарея офицера-сибиряка капитана Космачева. В первые же часы войны батарея одержала победу. За все военные годы немцы обрушили на них более 25 тысяч снарядов и бомб. Тогда в небе Заполярья господствовали немецкие эскадрильи. Но советские зенитчики не дали им воспользоваться этим превосходством. Советский Северный флот был создан совсем недавно. Все было здесь новым, молодым, и корабли, и люди. Командовал флотом 35-летний адмирал Арсений Головко. Еще за сутки до вторжения немцев корабли и части Северного флота были переведены в состояние полной боевой готовности. Здесь, на северном фланге огромного фронта, фашистам так и не удалось нарушить границу СССР со стороны моря. Сухопутным силам вермахта была поставлена задача пройти через Северную Финляндию к Белому морю. Эти солдаты, альпийские стрелки из Тироля, егеря из Баварии, уже успели пройти победным маршем по Норвегии. Казалось, они уже пожинали первые плоды блицкрига. А в Фатерлянде с удовольствием смотрели хронику. Как все выглядит просто, как приятно проводят время солдаты на захваченных землях. Hey!
уже поздравляли друг друга. До Мурманска оставалось меньше 60 километров. Захват Мурманска отрезал бы Россию от союзников. Немецкая авиация пыталась заблокировать все подходы к порту. Гитлер приказал захватить Мурманск в течение месяца. Но всего лишь нескольким фашистам удалось пройти по улицам города. И то с завязанными глазами. Другие нашли свой конец в прибрежных водах. Редко выпадали защитникам Мурманска минуты отдыха. Прощайте, скалистые горы, на полдень отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровый и дальний поход. А волны и стонут, и плачут, и блещут на борт корабля. Растая в далеком тумане рыбачи, родимая наша земля. Советские подводные лодки выходили в Баренцевом море к норвежскому побережью и топили там военные корабли и транспорты фашистов. Эту подводную лодку построили на деньги, собранные школьниками из Сибири. Ее принимает герой Советского Союза Фисанович. Его подводники уже отправили на дно 12 вражеских судов. Вскоре он в числе других получил и высшие американские награды. «Мы готовы отдать жизнь за наше общее дело», — говорил советский моряк. А бои в арктических морях становились все более ожесточенными. Вот всего один эпизод. Самолеты и корабли вермахта конвоируют транспорты со шведской рудой. Летчики и североморцы атакуют транспорты, дерзко пикируют на миноносцы. Обе стороны несут потери. Одни теряют самолеты, другие – корабли. Но больше всего фашистов тревожат советские подводные лодки. За первый год войны они потопили 114 немецких судов. Прославленный герой, североморец Николай Лунин, потопил 13 фашистских судов. Лунин атаковал гитлеровский линкор «Тирпиц».
Подводники возвращаются. Два залпа, значит, потоплено два вражеских судна. Не все вернулись в родную гавань. Не все получат награды. Завтра снова в бой. В первую военную зиму части вермахта оказались блокированными и буквально вмерзли в полярную твердь. К этому времени они еще не испытали на себе всей мощи ударов советской армии. Der Motten, die Blüten, Zapfen schreien. Kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm. Пока что самым худшим для них была порция рыбьего жира. Но обманчивым было это белое безмолвие. Защитники Советского Севера совершали дерзкие вылазки в тыл противника. Они разрушали мосты и дороги, а затем, как призраки, исчезали в снежных полях. Гитлеровцам не удавалось противостоять этим рейдам. «Русские воюют не по правилам», — сетовали егеря генерала Дитля. «Сам черт выдумал тундру в помощь большевикам». Они утешались тем, что проводили танковые вылазки и продолжали бомбить Мурманск. Мало было дней и ночей, когда бы над Мурманском не стелился дым пожарищ. И все фашистам так и не удалось вывести из строя Мурманский порт. Thank you.
Знаменитый полярник Иван Папанин теперь принимал корабли союзных конвоев. Давний друг Папанина Владимир Воронин был капитаном старого русского ледокола «Сибиряков». Именно на нем, на Сибирякове, Воронин совершил первый легендарный переход по Великому Северному морскому пути. А в начале войны мирное судно «Сибиряков» погибло в неравном бою с немецким рейдером «Адмирал Шеев». Здесь, в полярных широтах, Гитлер держал мощный военный флот. Водой в глубине рыскали волчьи стаи немецких подводных лодок. Их атаковали советские катера. Весна 1942 года. На всех фронтах шли ожесточенные бои. Северной Одиссеей называли пути торговых караванов союзников с грузами для сражающейся России. Эта опасная Одиссея начиналась в Америке и Канаде, вела к берегам Исландии, а там к транспортным судам присоединялись английские и американские военные корабли сопровождения, конвой. Их поджидали главные силы немецкого флота, линкоры, эсминцы, подводные лодки и морская авиация. Да, это был самый короткий путь к русским берегам, хотя и он занимал не менее 10-14 суток. А небо и море в любую минуту грозились страшной бедой. Английские летчики выслеживали немецкие подводные лодки, преследующие конвой. Бомбардировщики Геринга тоже вели непрерывную охоту за конвоями. Вот почему эту дорогу американцы назвали регулярной линией смерти. В конце июня 42 года отправился в путь самый большой конвой ПКЮ-17, 34 канадских, американских и английских судна. Корабли везли танки, продовольствие, станки, медикаменты и тонны взрывчатки. Катастрофа произошла у северного побережья Норвегии. Британский адмирал Тови, считая, что приближается немецкий флот, приказал конвою рассредоточиться. Это было самоубийством. Немецкие бомбардировщики поодиночке топили беззащитные суда. ПКЮ-17 потерял 24 из 34 судов. На дно ушли грузы стоимостью в 700 миллионов долларов. Советские моряки и летчики делали все для того, чтобы уцелевшие суда дошли до Мурманска. Но Черчилль, считая, что потери невыносимо велики, приказал отложить посылку конвоев.
И только в сентябре 42-го, когда дни стали короче, был послан следующий конвой. Этот конвой подвергся жестокой атаке фашистов. И Черчилль снова отложил посылку конвоев, но все же корабли шли. За все время войны союзники потеряли около 60 кораблей. 811 судам удалось дойти до Мурманска. Они преодолели шторма и туманы, не искупались в полярной купели. Всего за годы войны союзники доставили в СССР 10 800 танков, 18 700 самолетов, 9 600 артиллерийских орудий, грузовики, оборудование для госпиталей, медикаменты. Это было всего лишь около 4% советской военной продукции тех суровых лет. А это особый подарок. Американский крейсер, которому дали имя «Мурманск». Самолеты доставлялись и другим путем. Их перегоняли советские пилоты, возглавляемые полярным асом Ильей Мазуруком, теперь генералом в отставке. В трудные годы Второй мировой войны я был начальником воздушной трассы Аляска-Сибирь. Вот этой трассы получали мы от Союзной Америки вот такие самолеты боевые, аэрокобры и некоторые другие. Американские летчики доставляли самолеты с заводов до Фербенкса, а от Фербенкса самолеты шли уже под руководством наших авиаторов, наших летчиков,
Вот трасса наша проходила так, от Фербенкса на Ном, через Берингову пролив, через всю центральную часть Чукотки, на Якутию и через Сибирь, и далее до фронта, а до фронтов было далеко. Более 10 тысяч километров еще надо было провести американские боевые самолеты. Трасса была необыкновенно суровой, 60-градусные лютые морозы, безлюдные места, климатические условия были необыкновенно суровыми. Ну, например, летчик, севший на вынужденную посадку в горах, целый месяц мы ему летали, сбрасывали продукты, вертолетов тогда не было, а вывезли его только на оленях. По трассе проводили порядка 2000 самолетов в год, а наша промышленность выпускала уже 40 тысяч самолетов. Война пожирала много машин. Однако эта помощь была очень символичной своей дружбой, целеустремленностью. Мне прошло много времени, но мне вспоминаются такие великолепные авиаторы американские, как командиры и летчики, как полковник Кетчигмен, майор Мэпин, начальник гарнизона. Вот даже у меня сохранилась его фотография с дарственной надписью моему лучшему другу, полковнику Мазуруку. Всю жизнь помню и с благодарностью отношусь к тем американским специалистам, которые так хорошо нам помогали. Однако я тоже несколько отплатил им добром лично, в том плане, что во время войны в Баренцевом море, когда фашистские субмарины торпедировали американские, английские транспорта, мне пришлось спасать американцев. Мурманск посещали военные представители и дипломаты союзных стран. Андрей Громыко, советский посол в Соединенных Штатах, и Аверил Гарриман, американский посол в Советском Союзе. Советское посольство в Лондоне, 1942 год. Госпожа Черчилль присутствует на церемонии вручения советских боевых орденов английским летчикам. Награды вручает посол СССР в Англии Майский. Да, вместе с советскими летчиками небо Мурманска защищали и две английские эскадрильи. Их связывало много общего с советскими союзниками.
здесь, за полярным кругом, воздушная война требовала особого мастерства. Многие из пилотов стали настоящими асами, и самый знаменитый из них – Борис Сафонов. Он сбил свой первый самолет на второй день войны. Всего на его счету 22 фашистских самолета. Случалось, он даже атаковал подводные лодки врага. Сын крестьянина, подполковник морской авиации, коммунист Сафонов, стал первым советским пилотом, который в годы войны дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Кроме того, он получил несколько английских наград за отвагу в бою. Борис Сафонов не дожил до победы. Он погиб, защищая союзный конвой. 1944 год. Советская армия перешла в наступление по всему фронту. По плану Ставки, войска Карельского фронта должны были пробиться в Петсамо, ныне Печенгу. Ранним утром 7 октября началось наступление. Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков позднее вспоминал: шли в бой те же самые дивизии, которые преградили путь немцам на Мурманск. Это были бывалые солдаты, надежные и бесстрашные воины. А наступательные операции на севере были по-своему единственными во Второй мировой войне и во всей военной истории. Еще недавно гитлеровцы редко сдавались в плен. Теперь их считали тысячами. Неделя ушла на то, чтобы с боями дойти до Печенги. Тогда многие вспоминали старую народную присказку: где олень пройдет, там и русский солдат пройдет. Где олень не пройдет, русский солдат все равно пройдет.
14 октября 1944 года был нанесен решающий удар из суши и с моря. В городе шли отчаянные бои, но на следующее утро Печенга была освобождена. Каким-то чудом уцелел этот русский храм, которому 400 лет. С 1 октября войска Карельского фронта вышли на границу с Норвегией. Через два дня был освобожден Никель, 25 октября – Киркенес. Уходя, немцы уничтожали все, что могли. Они разрушили крупнейший в Европе центр по добыче и обработке никеля. После 4 лет фашистского ига норвежцы встречали советских воинов с распростертыми объятиями. Норвежские патриоты сражались в подполье, укрывали антифашистов. Они были полны ненависти к оккупантам. Теперь кошмар оккупации окончился. Пришло освобождение. И сегодня норвежцы несут цветы к памятнику, который они воздвигли в честь солдат советской армии. В честь тех, кто погиб в войне за полярным кругом. А этот монумент в Мурманске напоминает о жертвах, понесенных союзниками. Это память о победе, ради которой здесь они сражались плечом к плечу. Здесь много мирных судов под флагами разных стран.
our next story, the defense. Наш следующий фильм «Оборона Сталинграда». В конце 1942 года мощные гитлеровские армии двинулись на юг, к советским нефтяным месторождениям в Закавказье. Упорно сражавшаяся советская армия была оттеснена к Волге. Там, у стен Сталинграда, советские воины стояли насмерть. Это было решающее сражение Великой Отечественной войны.